Добрый день! Сегодня я вас познакомлю с растением тропиков и субтропиков. Комнатное растение банан карлик киевский. Привезено оно из субтропиков Австралии. Прекрасно прижилось у нас. Любит южные места. Прекрасно развивается и плодоносит в течение весенне-летнего сезона. Температура отличается зимняя от летней. Зимой лучше всего ставить на светлое место при температуре 15-25 градусов. Опрыскивая, поднимаем мы влажность, так как для банана это очень необходимо. В летнее время это 30-35 градусов. И также опрыскиваем, даем влажность, нужную для развития плода, и выносим на улицу для того, чтобы растение быстрее развивалось и происходил хороший фотосинтез. Поливаем в зимнее время один раз в две недели, но опрыскиваем часто через день. В летнее время мы опрыскиваем и поливаем, можно сказать, каждый день. Растение, корневая система развивается так быстро, что в летнее время мы можем пересаживать его 2-3 раза за сезон. Я считаю, что это растение очень полезно и очень красиво в домашних условиях, так как все мы хотим какой-то экзотики, особенно в зимнее время, и он способен поразить нас своей листвой, своими тропическими зарослями, которые развиваются в южных частях ваших помещений. Елементарним доглядом за кімнатним бананом ви вже володієте. У наступному випуску дізнаєтесь про його пересадку. Не пропустіть!